Это Rolls-Royce Phantom 2004 года. Вот его салон. Руль как в корабле. Куча деревянных вставок. Чтобы завести двигатель, нужно ключ вставить сюда и нажать кнопку Start-Stop. Подстаканники. Пепельница, правда, открывается долго. Вот его дисплей. Куча разных кнопок. Подлокотники, и тут есть такая вот ниша. Бардачок, тут места достаточно много. Этот зонтик стоит как Лада Гранта. Сервопривод дверей. Раскладной столик. Подлокотники. Еще одна пепельница и подстаканники.